Хотела бы ли я слетать на Марс? Я думаю, что один из самых невероятных опытов, которые существуют у нас на планете Земля, у людей, это действительно выход в открытый космос и полеты там, на Луну, на Марс. Я бы, конечно, очень хотела слетать на Марс и на Луну, или хотя бы просто вокруг Земли покататься на космическом корабле, но я думаю, что я пока не способна выдержать такие нагрузки. Летала на Яки-52, это военный самолет, делала штопор, то есть я вторым пилотом как бы сидела. Мне казалось, что у меня сердце вот здесь, вот во рту, и оно стучит и сейчас выпадет. Очень сильные, колоссальные нагрузки на самом деле, но для меня вообще не приспособленного к таким нагрузкам человек. Поэтому, мне кажется, я просто, не знаю, сойду с ума. Мне надо будет очень долго тренироваться, но это очень круто.